dude, I was on a Spirit Airlines flight this past summer. Я был на рейсе Spirit Airlines этим летом. We were still at the gate. We hadn't pushed back yet. И мы все еще были на посадке, не отъехали. So I got on the plane and I sat down. В общем, я зашел в самолет и сел. And the flight attendant comes on the intercom and she goes. И стюардесса включает громкую связь и такая. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your flight attendant speaking. Janice. Добрый день, дамы и господа. Это говорит ваша стюардесса Дженнис. And I just want to let you all know that we're having a bit of a weight distribution issue on the aircraft today. Я хочу вам сообщить, что мы испытываем небольшие проблемы с распределением веса на борту. So if we have any volunteers that would like to move to the back of the plane, we really appreciate that. Thank you. Поэтому, если у вас есть добровольцы, желающие переместиться в заднюю часть самолета, мы были бы чрезвычайно благодарны. Спасибо. And I was like, oh. A weight distribution issue? Я был такой, проблема с распределением веса? So immediately I moved to the back of the plane. Поэтому я немедленно переместился в конец самолета. And I sit down and I strap myself in. And I look forward and no one else had moved. И сел, пристегнулся, и я смотрю вперед, и больше никто не пересел. No one had moved. Никто не пересел. So I'm thinking like, okay, do these people just want the plane to do front flips? In the sky? Поэтому я думаю, эти люди просто хотят, чтобы самолет делал кувырки в небе. So nobody moves. Итак, никто не пересаживается. And a few minutes later, I see Janice start to waddle her way toward the back of the plane. И несколько минут спустя я вижу, Дженнис начинает ковылять в сторону хвоста самолета. And she sits down next to me, and she looks over and says, "Hey, thank you so much for moving." Она садится рядом со мной, осматривает меня и говорит. Эй, спасибо огромное за то, что пересели. And I was like, yeah, no problem. Is everything okay? And she goes, we'll see. И я такой, ага, нет проблем, все в порядке. И она такая, ха-ха, увидим. На сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить подробный разбор фраз из этого видео. Делитесь видео с друзьями и пишите в комментариях, чтобы вы хотели увидеть в следующих видео. Если вы удивлены, почему здесь озвучка вместо субтитров, то по результатам голосования в паблике «Полиглотизм за ГМО» было решено, что субтитры не катят, нужна озвучка, поэтому вы слышите мой голос. Ну, все, увидимся.